Здравствуйте, меня зовут Александр Горбунов, и сегодня я покажу вам выгодный во всех отношениях коммерческий объект недвижимости, который расположен в непосредственной близости у Егорьевского шоссе в селе Хотеичи. Адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район, село Хотеичи. Продается производственно-торговая база, расположенная на землях населенных пунктов, с разрешенным использованием под размещение производства и складских помещений. На территории три ангара. В первом ангаре площадью 2700 квадратных метров с размерами 22 на 140 метров находится действующий магазин-склад по продаже строительных материалов, цех по производству тротуарной плитки и бетона, а также сварочный и ковочный цеха. Высота потолков в ангаре 4,5 метра. Во втором ангаре площадью 360 квадратных метров находится лесозаготовительный цех. Третий ангар площадью 760 квадратных метров с обрушенной кровлей ждет реконструкции. Также на территории есть овощехранилище, забетонированные отстойники и электрическая подстанция на 450 кВт с личным трансформатором. Единственные близкие соседи – это автозаправочная станция Shell. Производственная база расположена на двух земельных участках площадью 45 и 139 соток, которые находятся в частной собственности, и частично на земельном участке площадью 170 соток, который расположен под зданиями, являющимися собственностью владельца настоящей производственной базы и находящимся в его пользовании. Коммуникации. Электричество 450 кВт, магистральный газ по границе участка, газораспределительная подстанция находится в 200 метрах от территории, своя скважина, канализация в бетонные отстойники. Есть пожарная сигнализация и сигнализация на пульт МВД. Транспорт. Автобусная остановка Хотеичи-3 расположена всего в 500 метрах от базы. Далее на автобусе можно доехать до станции метро Котельники, до городов Егорьевск, Воскресенск и Куровское. Круглогодичный асфальтированный подъезд прямо до участка. В Хотеичах есть церковь и несколько сетевых магазинов. В соседней деревне Соболево есть школа и детский сад. Городская инфраструктура есть в близлежащих городах Куровское и Воскресенск. Звоните мне уже сегодня и приезжайте на просмотр в удобное для вас время.